Всем привет! Меня зовут Марина. Спасибо, что вы смотрите это видео. Сегодня у нас с вами распаковка заказа по 5-му каталогу Faberlic. Вот моя коробочка с заказом. Давайте начнем с того, что вы можете видеть на мне. Лонгслив в цвете хаки, размер S, артикул 82-66-53. В такой упаковке приходит. Очень приятный. Мне понравился цвет, мне кажется, он мне идет. Это вискоза. 92% вискоза, 8% эластан. Очень приятные рукава. Тут, ну, наверное, 3/4, ну, как бы на мне вот. Чтобы было удобно, они практически до локтя, девочки. Длина. Вот. То есть я предпочитаю заправлять его. Мне кажется, что очень даже симпатично выглядит. Как всегда, я все чеки потеряла, что-то выложила. Ладно, тогда я вам буду подписывать артикул и стоимость на экране. Следующее, что я заказала, я хочу вернуть это уже животным. Это чашка для животных. Смотрите, артикул 910374. Там было две миски, одна побольше, другая поменьше. Я взяла побольше, потому что... Ого! Ого! Орел прям возле окна пролетел. Я на первом этаже, он схватил кого-то и улетел. Бедная мышка. А, чашка. Прикольная, красивая, яркая. Тут и кошки, и собачки. У меня, в общем, вы знаете. Две кошки, одна собачка. Они все пьют из одной чашки. Все едят из одних тарелок. Поэтому вот им нужна побольше. Очень даже вот такая симпатичная. Все, сейчас верну на родину, а то они уже тут без воды у меня страдают. Я заказала себе нижнее белье, трусики. Посмотрите, какие красивые. Прям такие кружева очень-очень симпатично выглядят. Так, девочки, это у меня трусы танго. Цвет жемчужный, размер S, артикул 50-42-67. Смотрите, здесь вот вкладочка вот эта вот, да? Цвет жемчужный, то есть по картинкам было не очень понятно. Я представляла, что жемчужный, он будет таким серым. Он на деле такой бежево-серый. Симпатичный, но я теперь хочу больше слоновую кость, по-моему. Это такой беленький оттенок, но, в общем, у меня в цвете... жемчужные. Ну ничего, симпатичные. Мне такие цвета идут. Прям сюда, да, буду одевать. Кольцо. И еще одни трусики. Это уже трусы слипы с завышенной талией. Также размер S, артикул 50-42-86. Смотрите, вот такие. С завышенной талией. Я люблю трусы с завышенной талией. Очень красиво это смотрится, девочки. Конкретно эти я еще не мерила. Смотрите, я люблю завышенные талии, еще бы больше я их полюбила, если бы тут вырез на ноге был больше, но это, естественно, на любителя. Я не буду вам вставлять, как я в них выгляжу, но я думаю, красиво. Тоже также цвет жемчужный. Не знаю, такие я хочу или нет еще в другом цвете, так как я не мерила, но те вот уже хочу. Ну, цвет красивый, да, тоже. Следующее, давайте посмотрим, что у меня тут есть. Это салфетка джутовая большая. Размер 26/45, артикул 910282. Я вчера получила заказ, вот это вот не стала вскрывать. Покажу вам, как приходит все упаковано. Смотрите. Вообще я взяла ее в виде полотенчика на кухню. Да, она действительно такая, знаете, не прям мягкая полотенчик, а джут. Он такой достаточно жесткий, да? Чем-то даже в сторону соломы, на мой взгляд. Ее можно класть на стол, да, сервировать, кстати, стол. Ну, то я не сервирую, вы знаете, какая из меня хозяйка. У меня вот, в общем-то, это будет полотенчика для кухни. Приятный цвет, красивый. Все мне нравится. Следующее. Полотенце для рук Аквамарин. Артикул 910291. Тоже нам хорошо. Так сказать, себе. Размер его 30/50. Материал.
Хлопок, 100% хлопок. Смотрите, 30 на 50 полотенце для рук. Лицо мы вытираем салфетками, бумажными полотенцами. Также у меня есть для лица шелковое, да, полотенце, а это у нас для рук будет. Очень симпатичное, мягенькое, тоненькое. По ощущениям будет хорошо впитывать. Еще не пробовала, но вот все равно, я думаю, что по ощущениям вы тоже сможете определить, когда вы при покупке, да, будет впитывать или нет. Вот по моим ощущениям, это полотенчика будет хорошо впитывать. Красивый такой мятный цвет. Называется он аквамарин. Очень симпатичный. Так, также в моем заказе прокладки. Потому что, если честно, я еще не нашла прокладок лучше. К нам в магазин тоже завезли прокладки корейские, по-моему, с анионовой вставкой, но они все равно не такие. Они все равно не такие, девочки. Эти лучше. Поэтому я заказала их себе, дочки. Смотрите, я себе заказала вот такой пенал. С собачкой от него, где-то у меня тут упаковка была. Приходит он тоже так же в мешочке. Артикул этого пенала 910384. Смотрите, размер можно сделать вот такой, здесь собака сидит, можно сделать его больше. Вот таким образом. На замочке я взяла для того, чтобы в сумку складывать какие-то мелкие вещи, потому что я сейчас же хожу на работу с большой сумкой, и у меня, чтобы все вот так по сумке не было раскидано, у меня все лежит в каких-то там косметичках. У меня в сумке несколько косметичек, и вот одну из них я хочу сделать вот такой пенал. Мне понравился, мне захотелось, и я купила. Вы знаете, я всегда делаю, что хочу. Приятная такая ткань, знаете, как будто бы натуральная. Есть? Есть состав. Господи, так мелко пишут. Это вообще не для 40-летних женщин, которые уже нифига не видят. Не знаю я, короче, я не вижу ничего. А это наклейка. То есть, я думаю, при стирке она со временем будет, скорее всего, отваливаться. Но я думаю, что пенал мы не так уж часто будем стирать, правда же? А так очень симпатично, мне нравится. Ну, прям вот дальше, что как идет. Ультракондиционер для белья и стиральный порошок. Артикул порошка 321. Артикул кондиционера 11855. Вы знаете, что я искала средства, которые будут смягчать мне белье, смягчать мне полотенце. Очень много средств покупала в магазинах. Потом думаю, нафиг мне надо все вот это вот пробовать, если 100% я знаю, что вот эти средства делают белье мягким. Зачем мне искать? Цены в магазине, ну, такие же, я скажу, такие же. Не дешевле, можно найти и дороже. Ну, вот. Примерно такая же стоимость, поэтому раз уж я покупаю Faberlic, я буду брать эти средства, которые я точно знаю, что делают белье мягче, хорошо работают, хорошо отстирывают, очень комфортные для рук, даже если вы стираете вручную. Также я заказала себе, там было уже в отделе распродаж, вот это вот все, это восстанавливающий крем для лица и гель для век из линейки, господи, Weekend. Из линейки Weekend. Артикул крема 0136, это крем для лица, и артикул геля для век, крем, гель крем для век 0113. Пусть пока лежат, впереди лето, летом вот такие увлажняющие средства очень даже кстати. Девочки, я же хотела, помните, я говорила заказать линейку с куркумой, но пока подожду, потому что в следующем каталоге есть новая линейка, и я решила начать с нее. Сейчас я вам ее найду, быстренько покажу. В начале, да, девочки? Вообще, меня этот каталог очень сильно заинтересовал. Девочки, тут столько новинок. Посмотрите на вот эти зубные пасты. И посмотрите на их стоимость. 169 рублей я все возьму. Тут паста с экстрактом, боже, мукуроси. Антибактериальное действие. Короче, давайте вот так, по-другому скажу. Зубные пасты. Отбеливание и увлажнение. Комплексный уход. Защита от кариеса, здоровье десен. 4 варианта. Я думаю, что я либо 2 каких-то выберу, либо все 4. В общем, посмотрим по деньгам, насколько большим выйдет мой заказ, чтобы слишком много не было денег. Чтобы слишком много денег не платить, возможно, буду по 2 пасты брать. Но меня прям заинтересовало. Особенно, вот, короче,
Отбеливание и увлажнение. Чё? Девочки, отбеливание и увлажнение. Зубная паста. Это точно зубная паста? А то это сейчас... Да. Розовая соль. Тут есть паста с розовой солью. Помните, мне понравилось? Ой, девочки, я хочу все, потому что... Тут с розовой солью, которую я полюбила, пасту отлично. Нет, я полюбила просто солью не именно эту, а корейские пасты с солью классные. Тут есть паста с женьшенем. Мне кажется, в женьшене паста, смотрите, тут она вот такая желтая, я так поняла, будет. Хочу. Вот это с розовой солью. Хочу. Вот это вот, которая с антибактериальным комплексом. Мне кажется, это будет аналог той, что я покупала за 840 рублей. Хочу. И вот эта вторая, это комплексный уход Сакура. Но вот эту пока еще не сильно хочу. Но пока не хочу, короче. Но вот эти три я хочу. Да. Что за женщина такая? А, ну вот она в самом начале, смотрите. Но она выглядит, возможно, какая-то как такая детская. Возможно, это для молодой кожи. Но меня прям заинтересовало. Смотрите. Тут всякие такие активные компоненты указаны, которые, ну, я знаю, что они действуют. Такие компоненты, как гиалуроновая кислота, мадагасасид, церамиды, пептидный комплекс мой любимый, еще какой-то лизат, бифидобактерий. В общем, девочки, очень много активных компонентов, и я хочу эту линейку попробовать. Я буду ее заказывать в следующем каталоге. Цены. Сколько они стоят? В общем, тут цены по 500, 600, 700 рублей. Вот они. Что-то в наборе идет. Я посмотрю, что себе заказать. Но 100% буду заказывать. Поэтому куркуме придется маленько подождать. Хотя на нее прекрасные отзывы. И я ее все еще хочу. Но вот это вообще пока просто положу в запас. Пусть лежит. А в следующем каталоге закажу новиночки себе. Потому что хочу. Заказала себе в какой-то уже новой, мне кажется, упаковке. Я давно не заказывала ополаскиватель для полости рта. Это такая экстра свежесть, артикул 2293, девочки, ну, работает хорошо. Есть разные ополаскиватели, которые там стоят и 200, 300, 400 рублей в магазинах, ну, а смысл как бы один и тот же. И даже не всегда после использования зубной пасты хочется использовать ополаскиватель. То есть, если зубная паста сама по себе мощная, то ополаскиватель не очень хочется использовать, но, в принципе, я всегда использую и утром, и вечером. Такой вариант мне нравится. Он прям такой мятный, свежий, очень приятный. Да. Также я заказала... Продент. А, да. Я заказала зубную пасту из линейки Expert Pharma. Это Продент. То есть Спасибо, Нюша. Артикул этой пасты 1608. Я, по-моему, Prodent беру в первый раз. У меня раньше не было проблем с деснами, но сейчас у меня на одном зубе там немножечко десна отошла. И вот я хочу попробовать, поможет ли эта паста. Потому что другие пасты из этой линейки, прям я вижу, как они работают, какое действие оказывают, именно направленное на какие-то проблемы. Поэтому у меня очень большие надежды. Сейчас я возлагаю на эту зубную пасту. Но тут вообще что-то не написано про десны, да? Кстати, тут не написано, что это для десен, девочки. Может, я ошиблась? Напишите. Ну да. А как называется паста, которая для десен? Напишите мне. Ладно, но все равно. В любом случае, паста хорошая. Паста из этой линейки хорошая. Следующее, что я заказала, это вот такое вот покрытие для ногтей. Nail Restore. В общем, это... Унисекс покрытие, его можно применять как мужчинам, так и женщинам. Ой, девочки. Я думаю, что оно не будет сильно блестеть. Я еще его не пробовала у меня сегодня. Другое покрытие на ногтях я его вчера купила, поэтому нанесла. Это нанесу тоже в ближайшие дни. Но так как оно унисекс, я думаю, оно будет просто придавать ногтям здоровый вид. У меня сейчас еще ногти немного розовые, потому что вчера мы окрашивали дочкины волосы в красный цвет пигментом прямого действия, поэтому ногти немножечко пострадали. Но вот такое покрытие, я думаю, будет красиво. Я не покрываю сейчас ногти ни гель-лаком, не наращиваю ногти. У меня натуральные сейчас ногти. И мне прям кайфово, девочки, мне прям кайфово. Я смотрю и наслаждаюсь. И люблю, когда у других такие же ногти. Это не в обиду тем, у кого гель-лак, естественно. Каждому свое.
Просто мне сейчас, у меня такой период жизни, когда мне нравятся натуральные ногти. В общем, такое покрытие. Его артикул 77,52. Попробуем. Также в моем заказе было масло Монарды, артикул 67,34. Очень хорошие на него отзывы, я тоже себе решила заказать. Вчера, девочки, получила, но уже немножко пролила, поэтому оно не полное. Знаете, мне было интересно, что сказали, что оно быстро впитывается и при этом хорошо ухаживает. Насчет как ухаживает, я еще не поняла за один раз, да? Но, блин, впитывается реально минутки через две уже впитывается. Очень интересно. Пока нравится, тоже дальше отзывы на все продукты буду вам рассказывать. И последнее, что у меня тут лежит, это вот такой пантеновый крем для рук. Да, это, насколько я понимаю, какой-то новый пантенол. Вообще обожаю теперь этот компонент. Самый незаменимый ингредиент в косметике. Ему нет равных в борьбе с повреждениями и сухостью кожи. Написано на упаковке, и я с этим полностью согласна. Вы знаете ночную маску для лица с пантенолом, которую я использую. И крем для рук с пантенолом, я думаю, мне тоже пригодится. Большая упаковка обещает увлажнение и смягчение. Крем для рук, я не знаю, как он будет. Будет ли также оставаться силиконовая пленка, да, про которую я вам говорила. Говорю все время. Ну, в любом случае, все равно хорошо будет работать, я уверена. Так, артикул этого крема 13,71. Здесь целых 100 мл и цена доступная. В магазинах, честно, кремы прям дороже для рук. Прям дороже, девочки. Я же знаю, я работаю в магазине косметики, поэтому эта стоимость очень даже хороша. Еще раз покажу вам следующий, шестой каталог. Потрясающий, с новинками. Очень интересный. Я боюсь, что я в этом каталоге потрачу кучу денег. Еще хотела вам сказать, что я... Помните, я вам рассказывала, когда делала обзор вот этого вот валика акупунктурного, говорила, что я куплю еще коврик. Коврик-то я куплю. Но не Faberlic все-таки, потому что я нашла на Wildberries абсолютно такие же коврики, они стоят в 1,5-2 раза дешевле. Посмотрела обзоры, поняла, что они одинаковые, и думаю, ну, переплачивать я, пожалуй, не буду. Я уверена в качестве Faberlic, уверена. И мне сначала прям очень хотелось, думаю, все-таки заказать Faberlic, но, блин, такая большая разница в цене, мы же все адекватные люди, мы хотим экономить, правильно же? Если этот продукт дороже, и мы можем купить в другом месте абсолютно то же самое, но дешевле, то я куплю в другом месте. Закажу просто себе его на Wildberries. А вот эти новиночки очень интересные. Тут планирую купить, знаете, что в этой линейке в новой? Тут получается в этой линейке сыворотка для век, крем для век, сыворотка для лица, крем дневной для лица с SPF, крем ночной для лица и крем для лица блер. Вот я буду покупать все, кроме блер. Да, блер я не люблю. О, что такое аппликатор кушон? Смотрите, в креме для век будет аппликатор кушон. То есть он мягкий, что ли? В общем, девочки, заказываем и смотрим, да? О, еще что-то новенькое, смотрите. Девчонки, я все хочу. А, линейка с омега, с омегой. Омегу я тоже люблю. Здесь тоже есть ночной, дневной, но их я пока не буду. Тут с маслами, девочки, да, кремы. А вот гель для умывания, возможно, попробую. Ну, начинается. Все хочу, все надо. Ну, зубные пасты я вам сказала, какие я буду заказывать. Новинки. Я же еще планировала заказать одежду, кроме этого. Мне вообще, я хочу эту шляпу. Я хочу. Сколько я уже наговорила? Смотрите. Что я хочу еще заказать из одежды? Возможно, я закажу что-то из какой-то из этих футболок. Возможно, нет. Потому что больше меня заинтересовало все-таки, как ни странно, я хочу вот эту футболку голубую со звездочкой. Не знаю, почему. Вот хочу ее и все. Я, честно говоря, хочу какие-нибудь кроссовки. Но я думаю, что это не в следующем каталоге. Я хочу шляпу, которая зеленая и хаки. Ее нет на складе. Я хочу вот эту сумку. Ее нет на складе. Ну, из одежды, наверное, все в общем. А, кажется, в следующем каталоге я опять потрачу кучу денег.
Ну, я надеюсь, главное, чтобы от этого стоило. Внизу я вам оставлю ссылку для самостоятельной регистрации в Faberlic. Можете зарегистрироваться и тоже делать себе классные заказы. Никто вас не заставляет распространять, так же, как я, покупайте просто для себя, либо для своей семьи. Уже некоторые девочки подписались по моей ссылке, я вам всем очень благодарна. О, смотрите, у нее сережка, как у меня в прошлом видео. О, идея. Смотрите, на одном ухе так, так как у меня есть, а на другом вот такая жемчужная. У меня такая тоже есть. Ладно, все, завтра так и одену. В общем, спасибо вам всем за прошлое. Видите, я за всеми всегда все повторяю. Ну, это девочки такие, девочки, ничего страшного. Встретимся с вами в следующем видео. Всем пока.